что мистер Кей, а также несколько региональных бразильских организаций. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a mixed martial artist, standing 165 centimeters tall. His official weight, 57.2 kilos. His professional record stands at 6 victories opposite 6 defeats. Fighting out of Doncaster, England, please welcome Sam the Hurricane Halliday. And across the ACB cage, his opponent fighting out of the red corner, a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 162 centimeters tall. His official weight, an identical 57.2 kilos. His professional record, 8 victories opposite 2 defeats. From Amazonas, Brazil, please welcome Jociel Sobrinho Silva. Ну и также... And our referee in charge of the action, Ukash Pozowski. Итак, поединок Жозель Сильва под номером 6 в рейтинге Лиги ACB. Бразилец против Сэма Хеллидея, английского спортсмена, не рейтингового бойца, который завели здесь попадание точно Жозеля Сильва. Да, вот так ярко вам, начинает он поединок. Жозель Сильва провел уже 2 боя в Лиге ACB. В первом он как раз сражался с Заком Маковски, проиграл ему гильотиной. Тоже очень такой известный рейтинговый парень. Бывший боец UFC. Ну, а во втором Курбана Гаджиева единогласным решением. Да, и вот то, что он проиграл Заку Маковски, очень интересным был бы факт, если бы его соперником был Йони Щербатов. Потому что именно у Маковски Щербатов в ACB выиграл свой последний поединок. Вот такое было бы противостояние. Ну, что есть, то есть. И вот сегодняшний соперник бразильца Сэм Холлидей тоже очень интересный на самом деле боец. Ну, особых титулов у него нет, но вот его на данный момент рекорд 6 побед, 6 проигранных боев тоже добавляет к нему интереса, потому что именно победы мы будем от него ждать сейчас. Его прозвище «Ураган», между прочим, оно не соответствует тому, каков он в своей реальной жизни, вне боев. В боях, конечно же, он ураган, а вот так он достаточно воспитанный, интеллигентный молодой человек. И никогда бы ему такое прозвище не дали бы. Да, и напомню, что поединок с Курбаном Гаджиевым состоялся на ACB-73, где был главный бой Сильвова Макоев. Это вот тот турнир, который я комментировал. В октябре 21-го это произошло, 17-го года, в Бразилии. И тогда по итогам 3 раундов Курбан Гаджиев уступил как раз Жозелю Сильве. Помню очень этот так, предметно бой. И Курбан первую половину боя доминировал и был даже интереснее и лучше. Но вот в последующем начал уставать, как и многие бойцы на том турнире участвующие. Ну и я вам скажу, что Сильва, когда выиграл бой, но до этого о поражении Зака Маковски я уже говорил, но были у него победы в турнирах как раз у себя в Латинской Америке, в Бразилии, над не очень известными соперниками. И вот было поражение у него в 2013 году, в июне месяце, на турнире Армазем Ультра Файт. Он проиграл тогда Леону Фернандесу техническим нокаутом, забиваниями с рук. Во 2-м раунде тогда это произошло. Да, но вот сейчас уже начинается 2-я половина 1-го раунда. Пока что картина боя не меняется. После вот такой хорошей, значимой атаки в начале раунда соперники не меняют свою позицию. Свои позиции остаются все так же в партере. Атакует Жозель Силва, ну а Сэм Холлидей наоборот защищается. Ну и позиция гарда остается неизменной. Да, ну и Сэм Холлидей представляет команду The Unit, Outcast MMA. Ранее он как раз за эту команду выступал, но сейчас The Unit. Она так преобразовалась, видимо, был ребрендинг. Ну и он из Россингтона, Донкастер, Англия. Его прозвище очередное, имея название Hurricane, это тот самый ураган, вот
Я в единоборствах знаю очень немалое количество бойцов с этим прозвищем. Да, ну и они, наверное, Максим, я так, можно сказать, хочу угадать, да, то, что вы скажете. Они, наверное, более ураганные, нежели Сэм Холлидей. Ну, хотя бы из тех боев, что вы видели. Чаще всего, да, но вот сейчас посмотрим, как Холлидей заменил Йони Щербатова. Пока, мне кажется, уступает. Более ураганный все-таки Жизель Сильва. Да, Сильва выигрывает этот поединок по первому раунду. Ну и также вам, дорогие друзья, сообщу, что Сэм Холлидей является претендентом на титул чемпиона Lion FC, такой промоутерской организации. Он являлся, да. Да. Сейчас уже ACB выступает здесь. Это, естественно, здесь. В прошлом, да, было. Ну и необходимо также для вас сообщить, что все 6 выигранных его боев он завершил досрочно, из них 5 сабмишнами и 1 техническим нокаутом. Ну и все 6 поражений, которые он получил, также досрочные, из них 4 сабмишнами и 2 боя техническим нокаутом. И сейчас опять очередное поражение техническим нокаутом в концовке первого раунда. Да, Максим, вот хотел дополнить вас, но и самое интересное, даже не то, что все досрочные были, а то, что все и поражения, и победы у Сэма Холлидея были в первом раунде. И сейчас он не изменил, можно сказать, самому себе. Все верно. Опять же, первый раунд, вот такая концовка. Так и есть, хотя Сэм Холлидей и выступал и в Cage Warriors, известный британский промоушен, и в Bama, тоже очень немало известный промоушен, и в Cage Steel Fighting Championship. Ну и при этом в ACB провел он один бой до этого поединка на ACB 65. Проиграл он тогда Аарону Эбби удушающим захватом. Ну и также он провел 2 поединка в любительском ММА. Оба завершил досрочно. Один проиграл треугольников, второй выиграл техническим нокаутом. Ну а вот сегодня он проигрывает в первом раунде техническим нокаутом Жозеэлю Сильве, рейтинговому бойцу, который в этой весовой категории в лиге ACB идет под номером 6. Ну да, вот я уже сказал, свою статистику. Урагана не получилось, Сергей. Свою статистику Ураган подтвердил, остался ей верен, не поменял. Ну а Жизель Силва очень уверенно начал этот бой, начал начало первого раунда, показал. И дальше, да, вот такое достаточно, ну, казалось бы, внешне вялое течение боя на протяжении вот, почти 5 минут. По-моему, на 12 секунде остановил Лукаш-Басадский бой. Да, и, видимо, травма заполучена от нескольких жестких ударов, которые запустил Жозеэль Сильва по Сэму Холлидею. И вот даже не вышел на официальное уже поднятие руки победителя Сэм Холлидей. Ну и побеждает Жозеэль Сильва. И мы второй поединок в сегодняшнем карде видим, который закончился досрочно. А вот сам Сэм Холлидей со своим менеджером и тренером и отцом же в одном лице, который, кстати, считает, что драться нужно только против сильных соперников. Ну, в общем-то, он прав в этом. Да, и это хороший, правильный подход, как мне кажется. И он говорит также, что мне нравится, когда все мои бойцы проверяют себя против лучших. И Сэм делает это. Но вот сегодня он проверил себя против Жозеэля Сильвы и не удалось показать классный бой, не удалось показать тот самый ураган, который, может быть, Сэм Холлидей может это демонстрировать. Как раз он проиграл по всем статьям техническим нокаутом в первом раунде.